Привет! Это Ю-шоу, в котором вы, зрители, присылаете мне игровые события, которые учудили игроки. Зритель, который прислал самое яркое событие, получает сигну от меня и респект от аудитории и будет объявлен в начале следующего выпуска. Результаты голосования за прошлый выпуск здесь. А вот и сама сигна для участника прошлого выпуска. Поехали! Первую и довольно интересную новость я узнала от Мацункевич. Dead Space прошли без магазина и улучшений. Это что теперь, всеобщий челлендж усложни свою жизнь? Блогер, на чьем канале размещено видеопрохождение, периодически выпускает геймплей с какими-нибудь приколдесами. То у него Хогвартс Легаси без одежды, то Fallout 4 всех неповинных NPC убил. Однако, отклик аудитории это вызвало положительный. Про Марио без прыжков в прошлом выпуске меня уже поправили, так что какое сложное прохождение еще хотели бы видеть? Патроны закончились, прикрой твою мать! Возвращаемся к истокам. Новость мне пред прислал вот этот чувак. Помните начало моего первого выпуска? Кто-то с огромным запасом личного времени воссоздал клип на песню Bad Apple. Так вот, нашелся человек, который сделал то же самое, но в Майнкрафте. Запускаем еще одно голосование, кто из них более сумасшедший. Просмотров это набрало почти миллион на момент монтажа. И вообще, погляжу, эта песня опять набирает обороты, поскольку таких людей далеко не двое. В течение последнего месяца появляется все больше переделанных клипов на этот трек. Не Выглядит красиво, я не спорю, но у меня все еще остается один вопрос. Зачем? Да, нотка соревнований и азарта между другими рекордсменами тут есть, но я бы не смогла это повторить. Бессмысленность потраченного времени меня бы убила. Простите, если мы вдруг не сойдемся во вкусах. Следующая новость: Ubisoft, кажется, превратились в принтер. Никатикин подсказал мне, что в производстве у них находится 12 новых ассасинов. 12. И это только те, про которых что-то есть в общем доступе. Вы готовы, дети? Ассасин Скрит Mirage, Assassin's Creed Nexus, 1 и 2, Infinity, Red, Invictus, Hexy, Nebula, Ray, Техас, Jet и даже Netflix есть, представляете? Сериал по ассасинам. Пока что по нему ничего не известно, впрочем, как и почти по всем перечисленным частям. У Ubisoft сейчас довольно трудные времена и все ставки они делают в первую очередь на эту серию игр. Инсайдеры шепчут, что студия хочет снова начать выпускать игры раз в год, только вот теперь они могут максимально отличаться отличаться друг от друга. Что-то мне подсказывает, что их план очень рискованный и опасный. А что если по итогу мы увидим недоработанные игры, которые не захочется проходить? Получается, есть шанс увидеть закат Ubisoft? После этого им выбраться из трудных времен уже не удастся. И мои любимые спидраны. Виктор поделился со мной, что и Томик Харт прошли меньше, чем за 3 минуты. То самое чувство, когда качал игру в 200 раз больше, чем прошел. Хотя я больше согласна вот с этим комментарием. Есть много людей, кто считает, что на видео нас обманули, потому что и лодки тут притоплены в воду, а так было на слитой версии до релиза. И патроны наколдовали как-то. До этого рекорд был установлен другим блогером. Чуть больше 4 минут. Но и тут есть склейки. Меня пугают спидранеры, в том числе своей уверенностью в себе и мыслями, что мы глупые и склейк не видим. Читеры, одним словом. Проголосовать за лучшую новость этого выпуска вы можете в моем чате Telegram. И не забывайте присылать мне новости на почту. Критерии подходящих новостей указаны в описании ролика в разделе ⁇ Как отправить новость ⁇ До скорого!